Научно-производственное объединение имени Лавочкина отмечает свой 82-й день рождения. По этому случаю в актовом зале предприятия провели праздничное мероприятие. Поздравить коллектив приехали почетные гости. Это представители администрации, депутаты Мособлдумы. Генеральный директор НПО в приветственном слове отметил достижения предприятия. Сегодня НПО является не только лидером в области разработки и производства автоматических космических комплексов и систем, но и настоящим символом плодотворного долголетия и многогранного новаторства. Поздравительный адрес от спикера и депутатов Мособлдумы передал Александр Смирнов. Ваши ученые-астрофизики добились значительных успехов в области создания неатмосферных астрофизических обсерваторий. Все это стало возможным исключительно благодаря стараниям творческого коллектива, высококвалифицированных специалистов и рабочих, обеспечивающих высокий уровень исследовательских и испытательных работ. Свои поздравления коллективу НПО передал глава Химок от имени Дмитрия Волошина. Лучшим работникам были вручены знаки и благодарственные письма главы городского округа. Ведущий инженер отдела поставки изделий и комплектующих. Очень приятно, что администрация города чтит вклад нашего предприятия, нашего коллектива в развитие космической техники и отрасли. И мы, в свою очередь, будем и дальше стараться выполнять поставленные перед нами задачи. Поздравил сотрудников НПО и Александр Дринов. Председатель Совета депутатов округа отметил, что предприятие Лавочкина старше Химок на 2 года. Именно вокруг него вырос город. Поэтому обратил внимание на ветеранов, для которых НПО имеет огромное значение. Для многих ветеранов, для многих работников НПО Лавочкина это предприятие стало не просто предприятием, на которое они пришли работать молодыми специалистами, молодыми рабочими, молодыми конструкторами, но и стало делом всей жизни. И мы знаем, сколько здесь трудовых династий, которые суммарно отработали не одну сотню лет. После председатель Химкинского совета депутатов вручил работникам почетные грамоты от народных избранников. В праздничном мероприятии также приняли участие творческие коллективы.